пинать футбольный мяч. Он может целый день играть в воображаемые игры и любит, когда мама присоединяется к нему в его воображаемом мире. Он подражает тому, что делают взрослые, и гордится тем, что может мыть руки. Аса становится все более независимым. Ему 2,5 года, и он сам пытается одеваться. Он с радостью убирает игрушки, когда мама говорит ему, и нежен, когда играет со своими младшими сестрами. В детский сад Никола пошел в 2,5 года. Он преодолел страх разлуки и постепенно раскрывает красоту совместной игры с другими детьми и воспитателями. Он знает, что нужно ждать своей очереди, учится слушать других, развивает все более сложные отношения со сверстниками и понимает, чего от него ждут. Он использует около 500 слов при общении и может сформулировать, как он провел день в детском саду. Алекса немного старше Аси и уже может опознать своих друзей из детского сада. Может описать их и знает их имена. К концу 3-го года ребенок может выполнять более сложные действия и может более точно манипулировать игрушками. Это можно увидеть с Ирис, которая скоро отпразднует свой 3-й день рождения. Она может складывать свою одежду, так же, как ее мама, и любит играть в парикмахера, и может прыгать, как кенгуру. Этот период обучения на собственном примере экспериментов и независимости. Воображение процветает, и граница между реальным и воображаемым легко пересекается.